поставь. Тик. Каски там, кулачки раздайшь. Инту, это, пожалуйста. Можно еще инту. Турбо, инту. Турбо, вообще пока что. Сейчас он подойдет. Да, СС на ядру. Ну, как бы знаешь, я тоже раньше, в 15 году тыкал вот этот кубик, на меня ругались, я думал, что за хуйня, ну типа похуй. А потом где-то вот году в 16 начал, или в 17 начал нажимать распылить. Ну как бы какие попадались, реги там попадались, ну значит, типа ролл кидали, весь рейд кидает ролл. А кто нидит, оно как бы им отдается, и они уже могут распылить. А таких нидеров их мало, как бы их не любят. Вот, потому что мне похуй, даже если не любите, это мои, блядь, такие замечания. Нет, ну, это как бы, на самом деле, это мелочь, но есть люди, у которых жопа от этого горит. А у меня же жопа горит от того, что, блядь, выкачать тебе ничего, тогда нитки, блядь. Все нормально, успокоились, чек на готовность, давайте поменьше флуда лишнего и пойдем побыстрее, это турбо, лу. Кушайте там рыбу. Турбо еще, а не турбо уже тут, да. Лу. Лу здесь? Все, все готовы, отчет на пул. А фласку найти не мог. Давай. Это было неразумное решение. Факт. Быстрее сбегайте, рейндж набирайте, прохиливайте рейд. Рейнджу между друг другом, тени готовимся. Лок побежал. Слушай, не-не-не-не-не, по стеночке надо. Ну не стеночка. По стеночке, отлично. Да она исчезнет до взлета. Нормально. А что ты зеркало прошибает? Этот, пакт. Как вот. Турбо, укусишь кулкача. Я просто последний раз на этой хуйне был года 3-4 назад, поэтому я забыл, как что выглядит. Турбо. Пак. Бегайте друг к другу. Угу. Можно укусить милисону. Кулкача пусть кусает. Лу. Турбо вайда. Турбо вайда, кулкач шедера. Фак. Бузер, тотем трепета. Лок побежал. Я дам этот шива. Давай уже. Не, дам на кости. Зря. Ага, давал бы сразу. А, пух. Дал. Уха, 10 секунд. БР есть? Есть. Давай, БР, по локу. Лок ближе подойдешь, типа тебе бафы дадим. Факт. Теня, клыкач. Блять, Шредер, беги ко мне, клыкачу. Шредер, к клыкачу, беги, быстрей. Держи. Савчики. Агро. Забери, мастер. Пак. Я тут отписываюсь за гильдию. Лока лучше пока не кусает. Этот, как его? Турбо, Лока кусишь, клыкач, укусишь Бузера. Войд, укусишь Лу, Шредер, укусишь Томирода. Или меня. Факт.
Лу. Так, Шрайн крепит, обнови. А ты, у тебя жертва откупилась, да? У меня жертва есть. Лично. Окей, короче, даже жертву я потом там шива. Давай жертву. Гера после взлетки, да? Да. Когда да, приземлиться? Гера после взлетки. Дал жертву. Даю. Мастера у Шреддера дай. Кусать уже некого. Кусать некуда, сразу этот... Хилов танка Гера. До укуса. Мы убьем ее, вы что? Геру. Все, Гера. Готовимся к факту. Факт. Ман без маны, бузер у мана залетел. А, когда он, знаешь? Нормально. Димна, смотри, Гера. Одна исчезает, одна появляется. Классно. Шреддер, дай по бузеру лапу. Возложение рук, дай. Нормально, 200к убьем. Все отлично. Турбо 24, 600, красавчик. Локти надо, башку, да? Понял, тикс. Есть кнопочка распылить. Да, успокойся ты. Нормально все. Ооо! Чё, кому? Чё, кому упал? Я рядом. Квест же у нас, я забыл. Мешок Шреддеру. Красавчик. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного фига. Ну, мне нихуя не упало, как обычно. Я покупал за 5000. Мне тоже ничего не упало. Он это, бисовый мишка. Да. Панцирь. О, панцирь тоже неплохо. Ну, короче, по пятерику вы уже заработали. Как минимум. А мне как упало 3 бояшки подряд с квестов, так и больше тебе не падает никогда, на. Первый квест. Клыка, что ты куда выжил? Так, этих душ тоже не дают, правда? Сейчас я кольцо апну. А, ну окей. Ну давай, сейчас ТПшнешься, давай только быстрее. Он Шреддер может потанчить, ты бы души побьет. Так он и так бьет. Или нет? Он же меняет эти стойки, или нет? Шмот. А, ну я не знаю. Я просто там говорю. Так-то. Не, почему дают? Он же этот. Под грани. Фигарил. Плач, ну чё там? Все? Ты пешнулся? Ага, вижу. Чек на ФК. Час ДРТ. Ну да, давайте оперативнее. Ладно, пойдем так, охотниц играйте. Играем по охотниц. Разверни и играйте по охотнице, ребят. Дал прожимку на всякий случай. Вроде даются души. Так ты если ударишь, то дадутся души. Все нормально. Прохил, блядь, Шреддер. Так ты выйди из-за этого, за угла. Встань у меня и все. Все, это ты. Встал, что ли, души дали. Приоритет охотницы, ребят. Ничего себе. Чё? Стою в бане. Наказан. Охотница, играйте.
Шредер, давай Фрост Ауру. А давай Мастер Ауру. А, нормально, забери. Сочи. Угу. Забрал? Забрал? Я в изгнании. Прохил мастера. Мастер, прожмись. Да, прожмись. Куда мне? Чё буду прожимать? Ни шагу назад. Ты не вкачал? Да, не вкачал. Видишь, он винтнул тебе. Угу, вижу. И души проебал. Да ладно, что ты? Три души. Ты из этого и упал, блядь. Ну, я одел свою ручку на. Mm. Не посмотрел хп, блин. Вообще, конечно, по охотницам играть. Да, если что-то нажим. А, я дал шура. Да я, блядь, не увидел. Играйте там по охотницам. Дело, ну было забить. Ай, какой не забил. Мастер. Танчу. Да я сейчас заберу. Прожимки нету. Ревостный прокнул, прохил. Чилите, ну. Прожимки нету. Волна, хиль, шаман, зачем ты через... Давай. Захил. Быстрая волна, блин. Да выйти, если надо убивать, а не стак вешать. На этом трэше плохая идея, блин. Ну так ты можешь отдать мне просто пак, не агрить много. Я же говорил, с Реддер с танком, пускай спек на собой танчил, а ты бы бил спокойно. Чего вы паритесь? Сова 263 без убитого лича. Это где, пишет тебе на добав? Тогда. Подумайте. Мастера подымай, лу подымайте, пока боя нет. Ой, блядь. Ну, мастер. Думал, меня риснули. Сейчас, секунду. А ну не агрите трэш, я вчера попробую. Да, блядь, я... у меня нету веса. А, он есть вес. Не торопись. Да я пока отписывал FM, хотел язык, блядь, поменять, на. А, не пускает. Понял. Ну чё не пускает? А, бой висит. Убейте нахуй Вальку, допустим. Ну разве? У нас нет. Да, так всегда. Боя-то нету, но он не пускает в рейд. Меня из Шреддера убивайте тут. Бля, надо будет передохнуть. Если что, ребят, лича завтра добьем. Здесь никто против не будет. Синдру надо убить. Сейчас будет еще добиться. Надо договориться во сколько. Завтра, может, вторую десятку сводим. Просто сегодня на еще перед ЦЛК 25-кой хотя бы минут 20 передохнуть. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда, и служите королю Личу. А, я понял. Ну попробуем сегодня убить. Стараемся.
выехал, а? Не, 263. Шинак, что-то знакомый, ник не знаю. Вадим. Блять, у меня опять битка сажается, сука. Там пронизающее копьем можно? Зелено. Привет. Заходи. Они жили и умерли во имя серебряного авангарда. Кому же под силу очистить этот же, блядь, в онлайне сидит. Благодарю вас. Кто? Наполеон. Зидум. Вот, поставь шкаф, засумуньте их, я буренько. Девка. Постоянно думаю, я может это сделать этот себе, блядь, квест-то уже наконец-то на шею, ну, блядь, что-то так каждый раз не хочу, блядь. Вроде убивал, но я точно не помню. На рыбу. На рыбку кушать. Сейчас баб дам. Все, стан у всех есть. Баф, отдайте. Давай, чек на готовность. А в порталах бузер умеешь считать, да? А чупала так и не кикнули с восьмой байти. Да зачем, пофиг. Бузер, умеешь считать портал уже, да? Да, нет, быстрее. Бузер. Да, сферы собирайте, захиливать Валю. Умеешь? Ну не умеешь, значит научишься, блядь. Угу, отлично. Все, погнали. Я справа, ты слева. Или ты справа, я слева. Слева путь уже идет. И подавите. Подавители. Быстрее уешьте, потом по подавителям. Милишники играйте, приоритет ваш подавитель. Не цепнухами, волнами хиль. Две волны цепуха. Точнее, не разгром так. Разгром слева. Разгром слева, по разгрому играйте РДД. Приоритет разгромываешь. Выкач, старайся каток под пуджа. Смотри так, быстрина. Две волны.
Если у тебя не откатилось еще... Ой, у тебя нету бафа, не откатилось быстрина, кидаешь сыпуху, две волны, опять быстрина и две волны, и так по очереди, что на тебе постоянно висел дебаф. Ой, баф от этого. Как его? Да, на хосту. СПД? Подавители. Диспелите паладин, рыготню. Подавители слева. Просто говори подавители, и все. Сами уже определяются, с какой стороны. Справа и слева они. Под пуджа, дай каток, если убиваете. Там вы найдете спасение. Кему сыбнуху не надо юзать. Ну, портал этот не приду. В смысле не надо ему юзать цепуху? Для чего она юзается? А ты знаешь, что дает после цепухи дается? Что после не дает? То же самое, что после быстрыны. Два каста волны следующих будет быстрее. Подавитель. Это какой-то талант? Не типа талант. Все сомневаешься. Прохильте этот, друид. Ты на хиле рейда. Разгром слева. Диспелите паладин из меня, блядь, рыгатню. Забери сам паладин, а то он на хила пишал. Его затаунтил. Ребят, по оперативным, не по разгрому играйте. Дальше, ладно. Пускай эта хуйня там стоит, блин. А она потом не придет? Ну, если когда придет, даже придет, пофигу. А чё у неё, блядь, меньше хп стало, чем было, блядь? Чё, а то есть Сирию кинул на вальку, нахуй? Сколько было мобы? Мобы бьют. Было 70, что ли? Я не знаю, блядь, ну 9 лямов, нахуй, а 18 надо захилить, что-то не то, нахуй. Чё, даже не хилит бузер, что ли? О, блядь, сорян, у меня... Сейчас заберу. Расплакал, сука. Ну да, он стаки потерял. Сейчас у него... Есть, постоянно сели. Нужно сразу заходить в портал. Сразу к порталу подходи. К зелененькому сразу, видишь, светится к зеленому. Сразу чуть... заходи и этот, захиливай. Вот-вот, уже быстрее теряешь. Только. Ты должен в нем уже сразу стоять, как вышел, сразу к порталу встать. Иначе ты будешь не успевать появляется. Накидывать, настакивать их, они у тебя будут спадать. Спали стаки, все. Подавители. Разгром справа. Иди к зеленой фигне. Угу, и стой сразу, вот портал появился, сразу прожал, все норм.
слева, блять. Давители готовимся. Давители. Разгром справа. Иди справа. Мага уже мана нет. Разгром справа. Ты не сможешь тыкнуть. Тебе будут мешать этот самый. Смотри, чтоб ты смог тыкнуть. Вот он, портальчик еще есть. Подавители. Ебать, пизда. Минус стаки. Не получилось, да? В следующий раз выбирай стаки, которые... Вот, вот там был портал. Тебе ничто не мешало тыкнуть мышкой. Минус 26 стаков, в ноль опять. Он мог бы и тот тыкнуть, если бы постарался. Ну так не тыкнул. Торбо, зайди в портал, отодень ману, если тебе надо. Скейтер, поставьте, блядь, под мост. Чё, 5 стаки потерял? А тут Геры нету, а то на Дыркуль же Геры есть, они бегут там пиздец. На, бьют, у нас Шейпер собирал 20 стаков, сколько даже не убивало. Разгром слева, по разгрому играть, потом подавители забирать. Не забывайте рогатню под диспелью. И да, и диспель под себя, там да, много врагов. Это нормально. Все норм. Второй маг вышел. Нет, это отбагался тот, который стоял. Я же говорю, второй вышел. Разгром справа. Бус фул маны, это как мне. Ну а что тут хилить нечего? У меня так щебет, как конченая шлюха у меня. Подавители. Я не продиспелю. Я открыла портал в изумрудный сон. Не, там только один дебаф диспелит. Вот этот. Угу. Хиль, хиль, хиль. Ага. Лишнее время тоже не простаиваю. Прибежал, хиль. Разгром слева. Озеро прохил. Какая малая волна? Ты кого? Вальку малой волной хилишь? Просто волна исцеления. Что ты делаешь? Ты бы уже давно захилился. Большую хилку. Он все малой волной хилил. Чё, блядь? 30, блядь, волны исцеления. Ты рейд не хиль, ты только Вальку хиль, блядь. Выбрал в цель пацана просто. Иногда полезно убирать в цель людей. Вообще, когда у тебя шмот 250 плюс, даже 230 плюс, малую волну можешь с панели нахуй выкидывать, блядь. Кстати, я хотя 800 косты есть, блядь. Встал вот в кружочек и хиль волной. О, хорош.
Отдавитель. Есть уникальный ТТ. О, вот блевоты можно уходить нормально, да? Который дает 220 хаста. А тут он нахуй не нужен. Тут нужен как раз таки на СПД. Разгром слева. Подавители. Скоро же это Валя снится будет. 14 лямов. Еще бы души давали за этот трэш. Столько трэша убили, сколько мы до этого не убивали. Долшевая прохил. Заебал он почти. Подавители. Следующий портал, выходишь с портала, даешь Геру и захиливаешь. Ага, снаряды кастовые. Надеюсь, он обновил стаки. 50 стаков было, я не знаю. Надеюсь, все обновил. Я прям надеюсь, сейчас выйдет, посмотрим. Что он усвоил из этого? Разгром. А, да, обновил. Так, далее паладин под крыльями этот возложение рук на босса, если никогда. Подавители убейте все, а то он захил. Все, захил. Я излечилась. И Зера, даруй мне силу покончить. Надо зал. Ну ничего, нормально. Надо бан. Поехали, быстрее, быстрее, быстрее. Вот когда сказали малый не хилить, все, он малый больше не хилил. Ну так я не знаю, зачем он малый хилит. Я же говорю, малый я только, блин, 220-м левеле хилил, и то иногда, блин. Помирот на сову. Это бузеру надо? Да, надо. Гиш, гис.